17 часов в пути и, наконец, новый дом. В зоопарк Шымкента из Караганды привезли двух котят американской пумы. Малышки, две девочки, приехали на днях и очень быстро адаптировались к новому месту обитания. Маленькие котята своим грозным рыком пытались даже напугать съемочную группу. Знаете, только вчера вот мы привезли, но немножко, конечно, стрессовое состояние, но вот сейчас видели, что они себя чувствуют хорошо, потому что уже вчера, когда мы привезли, через час-полтора они начали кушать, пить. Алексей и Кристине, так зовут американских пум, всего 3,5 месяца. Они родились в карагандинском цирке. В наш зверинец попали благодаря спонсорам, которые решили разнообразить фауну шымкентского зоопарка. Наша компания решила сделать подарок, вклад в развитие нашего города в виде американских пум. Это сейчас они маленькие, но со временем они вырастут очень грациозно опасного хищника. Я думаю, что и другие предприниматели присоединятся к нам и сделают свои подарки и улучшат разнообразие обитателей нашего зоопарка. В 90-х годах в зоопарке Шымкента уже жили пумы, но, к сожалению, не размножались. Популяция этих животных в дикой природе также неуклонно сокращается. Американские пумы сегодня находятся под угрозой исчезновения. Сотрудники зоопарка верят, что когда Алексей и Кристина подрастут, то обязательно принесут потомство. Уже сейчас котятам начали подыскивать достойную пару.